Ну и в целом ситуацию обсудим с нашей с нашим коллегой, журналистом, при этом членом общественной палаты, также Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте, слышите ли вы дождь? Здравствуйте, дождь я слышу, но я уже 6 лет не член общественной палаты, а член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Простите, пожалуйста, Максим, за неточность. Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Максим, ну вот мы, собственно, говорили с вами примерно сутки назад, вчера, и вы тогда характеризовали ситуацию в Крыму как относительно спокойную и говорили, что вот это, ну, вот так называемое блокирование воинских частей на Украине происходит, ну, вот, максимально мирно и спокойно. Сегодня в нашем эфире один из офицеров вооруженных сил Украины описывал ситуацию совершенно иначе. А как вам кажется, что-то изменилось за эти сутки? Или просто везде военные, некоторые, которых называют российскими, ведут себя просто по-разному? Ну, я вчера полдня наблюдал своими глазами это самое блокирование воинской части береговой охраны. Значит, около села Перевальни, это если ехать из Симферополя в сторону Алушты, примерно километров 20 отъезжаете, и там чуть влево, значит, на горе за такими развалившимися заборами, на фоне таких таких грязноватых каких-то казарм, значит, находится воинская часть, это украинская. Значит, когда мы подъехали к этому всему, там по периметру стояли такие очень подтянутые ребята в такой невиданной ранее мною форме, напоминавшие то ли американскую, то ли израильскую армию. Это по всему, судя, были военнослужащие российской армии, что, собственно, подтвердил командир этой украинской части, полковник Снисаренко, кажется, который очень охотно общался с журналистами, такой крупный, тучный мужчина. Он вышел, и вышел его замполит, и они давали пресс-конференцию для журналистов и для всех, и на таком как бы мучительном украинском языке, на котором они оба плохо разговаривают, потому что полковник из Харькова, а замполит вообще крымчанин. И переходили постоянно на русский язык. И потом полковник сказал: пойду я с комбригом поговорю. И пошел, значит, пешочком вдоль этих, значит, как их тут называют, молчаливые, вежливые люди с оружием, поговорить с комбригой. Там в глубине стояла группа машин за охранением таких суровых бойцов, ну, в которых угадывались, судя по чертам их лиц и по тому, как они там смотрели, улыбались, реагировали на наши шутки, значит, все-таки бойцы российской армии. Там стояла группа машин «Тигр», наверное, я в этом не очень хорошо разбираюсь, еще какие-то командные машины. Там он с ними посидел, пожали руки, что-то такое поговорили, вернулся. Когда его спросили, там, причем по-разному обращались. Кто-то говорил: господин полковник, я по старой привычке, товарищ полковник, например. А вот чем тут, собственно говоря, вы занимаетесь? Он выдал такую формулу, которая, наверное, является согласованной формулой всего этого процесса. Мы совместно с российскими войсками обеспечиваем дополнительную, значит, обеспечиваем операцию, проведение операции по охране веренного нам военного имущества с целью, чтобы оно не попало в руки террористов. То есть на самом деле идут постоянно политические консультации, постоянно идут процессы, естественно, никакие офицеры не будут просто так сдавать веренное им оружие, и вот эти формулы, о которых вы говорили, там положили лицом в грязь, там проявили какую-то там жесткость, это, конечно, дипломатическая форма для того, чтобы заключить полностью соглашение и иметь некое моральное право публичное перейти под командование Верховной Республики Крым, что, я уверен, сделают все украинские части на территории Крыма в ближайшее время. А вот скажите, пожалуйста, Максим, ну вот, например, свежее заявление командующего внутренними войсками в Крыму о том, что мы верны присяге, которую давали, и под командование крымской власти не перейдем. Ну, такие же заявления звучали от ряда военных. Вот, может быть, все-таки не все готовы и согласны переходить под командование именно местной власти? Я думаю, что здесь просто надо разбираться в нюансах подчинения тех или иных украинских частей. Если командующий Черноморским флотом Украины присягнул
Крыму, какие-то армейские части присягнули. Просто я точно не знаю, кому подчиняются внутренние войска, находятся ли они в ведении Министерства обороны или Министерства внутренних дел. Министерство внутренних дел, Максим. Да, ну очевидно, просто здесь есть задача у них тоже сохранение лица. Сохранение лица, и на самом деле никто не будет же давить на самом деле с целью, чтобы, допустим, часть подчиняющихся МВД вступила в какой-то конфликт с МВД Украины. Крым, по большому счету, не хочет терять те возможные политические контакты или контакты какие-то управленческие, которые у него существуют с остальной частью Украины, потому что Крым не заявляет о своем выходе из состава Украины. Он просто говорит о том, что киевская власть, она ведет себя так, как крымчанам надоело, что вообще ведет себя киевская власть. Люди говорят, что при всех четырех президентах, при Кравчуке, при Кучме, при значит, Ющенко и при Януковиче повторялась одна и та же история. Киев, как такой, значит, такой киевский князь, такой верховный, навязывает всем регионам Украины свою экономическую политику, свою социальную политику, свою, значит, свое видение какой-то внутренней кадровой политики. Допустим, при Януковиче Донецк еще захватили. Подождите, Максим, подождите, я все-таки хочу уточнить. Но ведь Крым голосовал, во-первых, за Януковича и за партию регионов, которая там больше всех мест в местном Верховном Совете занимает, во-первых. А во-вторых, но как же Крым не говорит о там, желании выйти из состава Украины, если спикер, опять-таки, Верховного Совета Константинов на недавней пресс-конференции открытым текстом говорил, что мы на референдуме будем обсуждать вопрос изменения статуса с автономного на государственный. И именно на этих основаниях строить новые отношения с Киевом. Это его дословная цитата. Вы, наверное, знаете, что многие субъекты в составе Российской Федерации имеют статус государственный. Однако они являются субъектами государственными в составе Российской Федерации. Поэтому статус государственный не подразумевает отделение от Украины. Просто Украина превратится в федерацию. Если Крым изберет государственный статус, то очевидно, что иного пути сохранить единство Украины, кроме как федерация, кроме как федеративное устройство, просто не будет. Поэтому, естественно, это политическая позиция, которая занимается с такой достаточной жесткостью, прежде всего потому, что киевская власть очень слаба. А что, Крым, как и любой другой регион, как и любой другой человек на земле, должен под кого-то подстраиваться. Когда идет революционная ситуация, то каждый берет себе столько суверенитета, вспомним Бориса Николаевича Ельцина, сколько может. Вот Крым может взять столько суверенитета, и Киев ничего не может этому противопоставить. Поэтому это нормальный политический процесс, которому не стоит придавать такое, знаете ли, и истерическое звучание, вот, мол, там они отпадают. Нет, потому что Крыму невыгодно выходить из состава Украины. Вот давайте просто кратко посмотрим сценарии. Допустим, Крым присоединился к России. Во-первых, Россию обвинят в аннексии. Это невыгодно России. Но Россию уже обвиняют в аннексии. Никакой аннексии нет. Это просто болтовня, это демагогия. Мы же понимаем, никакой аннексии нет. Никакой аннексии России не объявляла. Также в аннексии можно объявить, допустим, США, войска которых находятся в Ираке, в Западной Германии, там, я не знаю, в Афганистане, ну и так далее. И еще в десятках стран мира. Поэтому нам аннексия, как российским гражданам, не нужна. Потому что это может привести к войне. Ни один вменяемый человек в России никакой войны мировой с какими-то державами, сильными или слабыми, не хочет, естественно. Что касается пребывания в старом статусе в составе Украины. Хлебнул. И не только Крым, но и все остальные регионы. Поверьте, у Львова точно такая же будет позиция. Всем надоело то, что каждая группировка... Подождите, Максим, позицию Львова вот в нашем эфире накануне озвучивал, собственно, мэр Львова Садовый, там, наверное, один из самых влиятельных политиков на западе Украины. Он говорил, давайте мы сейчас выберем верховную власть, которая там будет в Раде, который будет президент Украины, который будет
признанным во всей стране легитимным президентом. А потом давайте говорить там о федерации, о чем угодно еще. А сейчас давайте сохраним целостность, территориальную целостность Украины. Это вот то, что говорят на Западе. Я сейчас не пытаюсь противопоставлять, просто чтобы были конкретные цитаты в нашем эфире. Вы не дослушали просто мою мысль. Я хотел сказать, что при нынешнем законе Украины, при нынешних отношениях между регионами и центром, любая власть, которая будет устанавливаться в Киеве, обязательно будет приобретать черты власти Януковича, диктаторской. Потому что кто бы ни приходил в Киев, днепропетровские, донецкие, оранжевые, ну, условно говоря, союз там у украинских националистов центра и запада, при Ющенко, они обязательно приобретали диктаторские черты. Они тотально контролируют бюджет, собирая деньги со всей Украины, пользуясь всеми прерогативами при определении финансовой и внешнеэкономической политики, а потом распределяя крохи в разные регионы или захватывая вообще рейдерским способом бизнес в разных регионах, как это делали, допустим, донецкий в последнее время. А при Ющенко, например, Крым вообще не получал денег практически, жил на собственном обеспечении. Понятно, что единство у Украины – задача как и Львова, так и Крыма, как я понимаю. Но какого единства? Единство – единство рознь. Единство унитарной централизации – такого единства в Украине больше не будет. Будет строиться новая Украина, как я понимаю, в том числе в договоренности между Симферополем и Львовом, например, в которой там регионы, хоть Львовская область, хоть Крымская, значит, Республика Крым будет иметь расширенные полномочия по формированию бюджетов, по сбору налогов, по деньги будут оставаться здесь. Я думаю, что... Максим, но простите, я важное уточнение внесу, но а как можно говорить там о сборе налогов, о деньгах, которые должны оставаться здесь, если бюджет Крыма дотировался за прошлый год более чем на 60%? Он дотировался, потому что все деньги из Крыма выкачивались. Земля в Крыму наглым образом просто присваивалась приезжими, и во многих регионах Крыма люди просто уже даже не могут подойти к берегу. Вы же, наверное, тоже бывали в Крыму, и вы видели, что тут происходит, во что, собственно, превращена эта жемчужина международного значения, курортная и экологическая. Поэтому это нормальный процесс, сейчас пойдет процесс, после того, как прошла горячая фаза, ну, она еще, к сожалению, не до конца прошла, сейчас пойдет нормальный процесс согласования полномочий, федерализации Украины, альтернативы этому все равно нет, альтернативы этому распад. Так вот, я сказал, что если Крыму невыгодно идти в Россию, да и России невыгодно. Второй вариант. Крым остается чем-то вроде Приднестровья или Абхазии. Ну, это, естественно, Крым понимает. Таким образом, он будет вообще отрезан от мировой финансовой системы, экономической системы, и будет жить на подачках, которые будут им перепадать там из Москвы, да и то не всегда. На самом деле, тут появится какой-нибудь новый шериф, как в Приднестровье. Шериф – это название фирмы, вы знаете, там, да, крупный. Появится такое олигархическое свое микрокняжество. Это крымчанам тоже совсем не улыбается, как тут выражаются, потому что в Крыму есть достаточно сильная прослойка того, что мы называем средним классом. Я вот с этими людьми общаюсь уже несколько дней. Это русские, крымские татары, там, не знаю, люди разных национальностей, которым есть что терять, как это называется. И третий вариант, самый выгодный для Крыма. Крым остается в составе Украины, и имеет расширенные полномочия финансовые, выборные, то есть местные органы власти не назначаются из Киева, а выбираются, потом представляются Киеву, и просто как вот де-факто, в рамках договора некого. Ну и так далее, а Киеву делегируется там внешняя политика, оборона, ну и тому подобные вещи. Вот или это будет, или кризис будет развиваться. То есть это вот тот путь, на который, как я понимаю, крымчане согласятся безоговорочно. Потому что, конечно, люди на площади кричат, мы с Россией, мы хотим в Россию, но когда вот разговариваешь с теми людьми, там, которые имеют тут недвижимость, какие-то фирмы, компании, ну и которые, как я видел своими глазами, могут создать то, что называется стихийно образующееся гражданское общество, какие-то там системы договоренности, службы безопасности, без всякого участия, поверьте, МВД или там СБУ, там, или каких-то еще спецслужб, потому что все бросили, на самом деле, народ. Все в этой ситуации народ бросили. Ну, кроме Верховной Рады Крыма. И вот они говорят...
Скажите, пожалуйста, Максим, последний вопрос. Ну, в общем, безусловно, абсолютно логично все то, что вы говорите, но вот меня, честно говоря, несколько резануло сравнение там, с условными субъектами Российской Федерации. Я вот просто с трудом могу себе представить, когда, не знаю, там, условный Татарстан заявляет о формировании собственной армии или, там, не знаю, собственного речного флота. Просто, по-моему, единственный пример, когда субъект Российской Федерации как раз пытался взять суверенитета сколько можно было и формировал там собственные вооруженные силы, собственную авиацию, закончился войнами. Причем их было сразу две, и я говорю, разумеется, о войне чеченской. Да, ну вы совершенно правильно привели пример, но давайте все-таки поймем разницу между российским 92-м годом, когда и Татарстан, и еще многие другие регионы, и даже Урал готовы были выпускать свои деньги, создавать свои вооруженные силы. Но они этого не сделали, а Крым это уже сделал. Сделали, потому что в России прошла федерализация, потому что были заключены федеральные соглашения. Я был участником, ну, консультантом переговоров, например, с Татарстаном по федеральному соглашению. И были достигнуты путем сложных, долгих политических процедур, приемлемые для всех условий. Сегодня Татарстан – это один из самых процветающих регионов России, понимаете? Уверен, что сейчас вот Украина находится в положении нашего 92-го года. С той только разницей, что Киев не располагает вообще никакими вооруженными силами. Если у Москвы тогда вот у Ельцина был хотя бы, там, не знаю, какое-то подобие армии, потому что это была армия там афганская, вышедшая из Афганистана за 5 лет до этого, то ведь у Киева-то нет ничего, кроме правого сектора, и там еще подразделение, которое по соглашению Януковича с НАТО служило в Ираке и в Афганистане. Поэтому они будут договариваться. Просто здесь только-только начинает создаваться нормальное государство с нормальной системой договоренности. И все, что было до этого, это было такое подмороженное пространство господства той или иной олигархической группировки, которая, прорываясь к власти в Киеве, потом начинала диктовать свои условия всей остальной Украине. Вот с этим, я уверен, покончено раз и навсегда. И благодаря крымчанам, между прочим, их твердой позиции. Большое спасибо. С нами на прямой связи из Симферополя был Максим Шевченко, журналист. И приношу еще раз свои извинения за неточность. Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. На этом наш информационный блок подходит к концу.